Шоу содержит мат и сцены употребления алкоголя. Если что, мы предупреждали. Помните, что алкоголь — это зло, а способ улететь есть намного лучше. Купить дешевые билеты на авиасейлс. Мне Мари сказала только одно условие, почему ты придешь ко мне на шоу. О, да я тебя буду трахать 3 раза в день, там по 2 часа в день. Ты, пожалуйста, письку свою закрой. Самый твой худший секс? Я предпочитаю секс без презерватива. Третий персонаж между мной и моим отцом, муж, и он в какой-то момент просто лежал таким пельменем на кровати. Он меня схватил за шею и говорит: моя грязная шлюха. Мы с Таней Мингалимовой к стене обе прижались, плюс анальный секс. Втроем. И потом ей отрубили голову. У тебя партнер кончил, там осталась сперма. Это все равно сперма. Пам-пам. Всем привет, это Петя Плосков, Петя любит выпить, и у меня в гостях главный секс-блогер всея интернета Мари Новосад. Это что значит? Это что значит? Что я здесь? И... Это значит, что сегодня мы будем говорить очень много про секс. На меня не рассчитывай в плане ведения, я уже считаю пина от одной мысли. Хорошо, что не в плане секса, не в суть. Сегодня говорим о сексе и 5 вещах, которые нужно давно уже нормализовать. В сексе. Когда мужчина кончает в анал, достает свой член, и вместе со спермой выходит фекалии. Член вошел, воздух вышел. Это и звук хорошего секса. Ну вот сегодня такой день. Живу своей лучшей жизнью. Записываю свой подкаст, хожу на танцы. Да, сегодня мы будем очень много говорить про секс. Я очень ждал тебя. Наконец-то я сейчас все узнаю. И, может быть, даже у меня он появится. Когда у тебя последний раз был секс? Хороший вопрос. Полноценный секс с пенетрейшеном или... Да, и с согласием. И с согласием, естественно, что это такое. А с пенетрейшеном, наверное, 2 месяца назад. Я думаю, так. Только-только я приехал, и что-то у меня сорвало тут в крышу. А потом все, а потом и работа. Так, мне Мария сказала только одно условие, почему ты придешь ко мне на шоу. Какое это условие было? Если мы будем пить личи-мартини. И сейчас мы будем делать личи-мартини. Я приготовлю тебе 2 версии, на всякий случай. Я подумаю, вдруг тебе что-то не понравится в классическом личи-мартини. Ага. Поэтому у меня есть еще альтернативная версия. Мы сегодня попробуем и узнаем. Итак, давно я этого не делал, не рассказывал рецепт приготовления. Нам нужно на 2 порции личи-мартини классики 120 мл водки, 30 мл сухого вермута и 60 мл сока или сиропа личи. Все. Я никогда это не делала. Что, хочешь? Да. Давай. Спасибо. Есть какая-то... Держать, главное везде держать. То есть ты должна его так делать, чтобы он сейчас не разлетелся. Просто да. Вот. Старая традиция на этот счет у нас есть. Все достаточно? Да. Мне холодно. Конечно. И погнали. Погнали. За прекрасный выпуск. Надеюсь. За лучший выпуск, который у тебя когда-либо был на канале. Давай. Да. А вы нам потом напишите в комментариях, лучший это выпуск на канале или нет. Это не лучший мартини, который я пила. Но я взял классический рецепт именно изначально, как он подавался. И поэтому у меня есть классный альтернативный рецепт. Но потому это вкусно. Что это вкусно, но мне кажется, что здесь сухой вермут дает... Его слишком много здесь. Угу. И, может быть, к концу выпуска мы найдем идеальную формулу. Вот, но это все равно неплохо. Это классно, личи супер. Очень вкусно. Так, ты не первый год уже ведешь подкаст о сексе. Секс, Мари. Секс, да, с Мари. Который мне пришлось официально переименовать в секс с Мари 18+, чтобы защитить себя от вот этих сумасшедших людей, которые, чувствую, я задеваю религиозных. Потому что сколько писали Яндексу, сколько писали Apple, что уберите этот подкаст, почему вы ставите подкастом номер 1 какое-то что-то зловещее, антибожье. Они такие, мы ничего не ставим. Да, они такие, мы не ставим ничего. Это аналитика, это статистика, как бы она сама ставится. Но они, разумеется, не могут убрать просто потому, что их просят. Но огромное количество негатива на меня шло от вот этих людей анти-ЛГБТ. Антисекс. И да, пришлось просто, чтобы легально себя как-то обезопасить, 18+ поставить. Доброе
Ветра Вьетнам. Добро пожаловать в подкаст «Секс с Мари». Мне пришлось из Яндекса убрать себя. Яндекс.Музыка, потому что я услышала, что многие подкасты вручную стали цензуру туда добавлять, вручную убирали конкретные эпизоды, которые были про политику и секс, и мы, чтобы опередить немного ситуацию, мы просто весь мой каталог убрали. Это даже не было какое-то сложное решение. Ну, понятное дело, это огромное количество прослушиваний, ну, какая разница. Ты получала с этого деньги? Это же была монетизация какая-то. Я получаю деньги с интеграцией. Сейчас мы еще внедряем автоматическую рекламу, но сейчас... Подкаст, вообще это мой основной заработок, и рекламная интеграция, которая у меня есть по 2-3 за эпизод, это и есть мой хлеб. Угу. То есть монетизации никакой с площадок подкаста никто не дает? Нет. Как индивидуальный креатор я точно самый высокооплачиваемый просто за рекламу в подкасте. Я думаю, я бы знала, если бы были какие-то дополнительные способы заработка. Про стигматизацию. Как ты думаешь, почему государство максимально закрывается от темы секса? И как ты думаешь, чему это может привести? Ну, я не знаю. Мне кажется, здесь нужно, знаешь, в Советский Союз уходить и говорить о репрессиях, и что чем больше репрессируешь, тем проще людьми управлять. Видишь, я еще такую позицию, что ли, приняла лично, что, смотри, я пыталась всегда просто через себя разговор открывать, что, смотрите, я об этом говорю, я хочу быть для вас подругой, которой бы я хотела быть для себя, там, в 17-18 лет, и предупреждать вас о каких-то вещах, рассказывать о том, каким веселым может быть секс, рассказывать какие-то свои безумные истории, которые я не хочу, чтобы вы через них проходили, но я знаю, что вам весело их будет просто слушать. Но при этом, видишь, я уехала из России, причем очень давно я там не живу. 5 лет у меня там был всегда офис, но я там не жила, по сути. То есть я для себя поняла, что мне проще выйти из этой системы и вот развиваться в Штатах, развиваться на мир, чем вот пытаться, знаешь, убиться на том, чтобы изменить, как в России смотрят на это и изменить какие-то законы, может быть. То есть я думаю, мы с Таней Мингалимовой конкретно очень круто сдвинули разговор, но сейчас все обратно как будто бы закрывается. Да, у меня тоже есть такие ощущения, потому что я делал большое количество разных роликов тоже и на тему интерсекса, и интерсексуальности, асексуальности, трансгендерности и многих-многих аспектов. Вот, и сейчас такое ощущение, что непонятно для кого я это делал, почему и зачем все как будто бы обратно это приносится. Вкусно! Еще наливаем сразу же! Мы будем разговаривать или как-то наливать? Сейчас сделаем. Сейчас я быстренько тебе давать задам вопрос. Да, какой... обычно за ужин я прихожу через 7. Через 7, супер, класс. Скажи, пожалуйста, какой фидбэк ты получаешь от подкаста, от своих ребят, от своих слушателей, какие-то истории? Мой любимый фидбэк до сих пор, он у меня на стене висит, что зашла научиться, как сосать члена, в итоге решаю свои проблемы в психотерапии. Это вот самый мой любимый фидбэк, когда люди, во-первых, в психотерапию идут, меняют свое мнение, становятся проще в плане секса. Попробуй вот эту версию коктейля. Лучше получилось. Я молодец, я туда уловил. Это ты сразу был молодец, но это... Классный фидбэк от твоих подписчиков, круто. Подкаст мне реально дал вот это второе дыхание. А ты ждал, что он будет таким популярным? Я вообще об этом не думала. Это было очень приятно. Наверное, у меня не было сомнений, что может быть иначе. Ну, а то, что это такая тема откровенная, и подкаст откровенный, и осуждение какого-то... Без лишней скромности, я не знаю ни одного человека, кто для этой роли, лучшего человека для этой роли. Чем ты? Да, абсолютно, потому что я видела других людей, которые пытались это повторить, другие подкасты, которые как-то пытались как будто бы тоже вот в мою роль вписаться... И это было настолько видно, но при этом я там послушала один, второй, и я чувствую, как им самим неловко немного. То есть они сами все равно продолжают заменять слова. Это просто чувствуется. Это даже сложно объяснить, это просто ты через уши слушаешь. Это самый интимный вид медиа. И ты чувствуешь, когда это не искренне. Поэтому... Или некомфортно. Или некомфортно, да. Поэтому я говорю, я себя так хорошо чувствую на этой должности. Я хорошо себя чувствую в том, что я нашла свою миссию. Говорить о сексе, быть вот этой старшей сестрой. Давай выпьем и пойдем на откровенные вопросики, которые у меня появились после прослушивания твоих подкастов.
подкаст или YouTube-канал? Кажется, что это про творчество и совсем не про цифры. На самом же деле, если ты не миллионер и важно зарабатывать или хотя бы не уходить в минус на контенте, нужно просчитать экономику. Сколько тратишь, сколько получишь, какие источники дохода вообще могут быть и так далее. Экономика важна во всех сферах. Она лежит в основе стратегий, бизнес-планов, и экономисты по-прежнему востребованы. Конечно, за последние годы изменились подходы, инструменты работы. Формат обучения тоже. Теперь можно получить высшее образование онлайн, находясь в любой точке мира. Образовательная платформа «Нетология» уже третий год запускает онлайн-программы высшего образования вместе с ведущими вузами России. Например, магистратуры, бакалавриаты с Высшей школы экономики, финансовым университетом, РАНХИКС, университетом ИТМО или с Тюменским государственным университетом. Первое высшее образование я, кстати, получил именно в нем. Совместная программа бакалавриата по экономическому анализу от Высшей школы экономики и «Нетология» — это современное высшее экономическое образование с фундаментальной базой и акцентом на практику. Форма программы очная, но обучение полностью онлайн. Слушать лекции, посещать семинары, сдавать экзамены можно везде, где есть интернет. Не нужно переезжать, и можно сочетать учебу с работой и личной жизнью. Будет много практики, решения кейсов от компаний, в исследованиях. Поработаете в команде, а на четвертом курсе – стажировки. По окончанию обучения вы получаете государственный диплом Высшей школы экономики, и нигде не будет написано, что вы учились онлайн. Центр развития карьеры поможет подготовиться к трудоустройству. Будут доступны и все студенческие льготы, отсрочка от армии, скидки на проезд и в учреждения культуры, образовательный кредит под 3% и возможность вернуть 13% от стоимости обучения через налоговый вычет. Если это то, что вы искали, просто оставьте заявку и проконсультируйтесь с менеджером по программе «Экономический анализ» по QR-коду, который вы видите на экране, или по ссылке в описании под этим видео. Еще можно записаться на бесплатный демокурс, узнать про профессию больше и понять, как устроено обучение. Получайте современное практичное высшее с дипломом престижного вуза онлайн из любой точки мира, совмещая с работой и хобби. Ты в одном из подкастов говорила о том, что парни, если вдруг кончают в тебя, ты заставляешь их идти и покупать экстренные противозачаточные. По-моему, это так называется. Но это ведь это уже опасненько. Что именно, противозачаточные? Конечно. Во-первых, у меня всего было 3 случая в жизни, когда я это использовала. То есть, опять же, я тебе раньше говорила, моя задача не сказать, типа, о, смотрите, я использую план Б. Моя задача сказать, что это случается. И если это случается, вы должны знать, что делать потом. Это как моя мама мне в детстве еще сказала. Если ты забеременеешь, ты идешь сразу ко мне. Ты не идешь к подружке, ты не идешь к учительнице, ты идешь ко мне, чтобы мы могли с последствиями справляться, чтобы мы приняли решение. И это же у меня мышление сейчас в подкасте, то есть поэтому я, знаешь, иногда могу что-то сказать про наркотики, не потому что я это пропагандирую, ни за что, но это жизнь, особенно если мы говорим про Лос-Анджелес. Я лучше экипировку вам дам, как с этим справляться. Я сейчас так рыгну. Но, так рыгнёшь? Нет, поподавилась. Но в какой-то момент это случится. Просто примите меня такой, какая есть. Да, поэтому... Принимаю. Ну, здесь то же самое. Ну, все случается, и да. Я думала, ты сейчас спросишь, что про то, что они должны платить. Я всегда им говорю, ну, ты хочешь child support платить или $50 отдать за таблетку? Ну да, ты друг по другому вопрос задал, но... Нет, это вообще удивительная история, почему, например, меня именно эта тема коснулась и вообще интересна была, потому что лично со мной произошла именно эта ситуация. Лет в 15 первый раз, чтобы вы понимали. Когда у тебя был первый секс? Я думаю, лет в 13 у меня был первый секс. Вау! Да, лет в 15, на тот момент моя девушка Ольга, Оль, привет, я думаю, что это вот такой возраст, если что, она там в комментариях или мне в Телеграме напишет... на самом деле, потому что она, ну, я постоянно что-то забываю, она постоянно пишет: Петя, это было вот так. Но это я не забуду никогда. Вот, когда это все случилось, и она такая: ну все, иди. Во-первых, быстрее. Во-вторых, ты, а не я это должна делать. Раз ты в этот момент не сдержался, и это было без презерватива, и так получилось, то тебе и бежать, собственно, тебе и платить. Ну, понятно, что вопрос денег тут вообще не стоит. Это стоит недорого, и это глупость. Но я просто хотел предупредить, и когда ты такие темы затрагиваешь, то все равно
мне бы хотелось, чтобы ты чуть больше давала еще информации о том, насколько это может быть вредно для организма женского, часто принимать такого рода экстренную контрацепцию в виде таблеток, потому что это действительно может быть опасно для женского организма. Спасибо, что ты это сказал. Это очень важный комментарий, это очень важный фидбэк, потому что я говорю, как я живу, но иногда могу какие-то вещи, которые очевидно мне не сказать, опять же, не дать полностью свою экипировку, просто потому что она у меня была с 13 лет от мамы, могу этого не сказать, и да, меня могут там услышать так, как будто бы это нормально каждую неделю пить план Б. Да, и смотри, с моей стороны это сейчас не упрек, ты не обязана это делать, это просто типа дополнительный это то, что help, люблю. Support, типа, это понимаешь, да, типа, advice. Классно, если были такие маленькие заметки, что, девчонки, вообще-то это я делала 3 раза в жизни, максимально вы можете это сделать там раз в полгода, год, не знаю, сейчас есть специальную информацию, давай будем полезными. Специальная информация на экране, я сейчас положу после выпуска, посмотрю, как часто возможно... принимать такого рода препараты. Хорошо, какие у тебя есть red flags в сексе? Когда парень не использует смазку, или когда считает, потому что я до сих пор встречаю таких мужчин, которые не имеют смазки и считают, что это что-то влияющее на их эго. То есть, в смысле, тебе нужна смазка, меня недостаточно? Вот, такие бывают. То есть, парни, у которых очень мало выделения смазки и довольно сухой половой орган, да, и им нужна смазка, они этим не пользуются, и вот это тебя раздражает? Что? Нет, смазка, упаковка, в смысле, лубрикант. Да, лубрикант, да, да. Лубрикант. Если у мужчин нет лубриканта, или они как-то странно воспринимают... Нет, подожди, мы сейчас говорим про парней, у которых мало смазки натуральной, или что? Для меня это новая информация. Подожди. Что у парней бывает разное количество смазки? Да. Мне сейчас кажется, нужно будет свои регалии секс-блогера вообще снять. У парней бывает совершенно разная сухость и выделение смазки в половом органе. О, приветики, еще один сексолог, но уже с парней. А для меня просто секс начинается с минета чаще всего, и вот его член, собственно, становится мокрым от меня, от моего рта. Не обязательно. Прикинь. Йоу. Ну, я понял. В общем, для тебя важно, когда... Это просто ты можешь предупреждать парней, что, ребят, мне правда важно, чтобы вы пользовались лубрикантом. Не всегда, но порой бывает, если, скажем, там, 2-й, 3-й час мы трахаемся. Подождите, у меня сейчас слова. С маском бывает, естественно, натуральная смазка, это все правильно я говорю. То есть у парней выделяется... Нет, не смазка, это называется литературно по-другому. Ты хочешь сказать, что у вас из... Члена? Из члена выходит смазка, естественно. Да, конечно. Выделение из члена. Называется это предэякулят. Подожди, прикам? Я прикам. Откуда он сюда возьмется, когда это начало секса? Потому что я возбуждаюсь. Точно так же, как девчонки возбуждаются, мой член становится мокрым. Вот мокрая кисонька, мокрый член. У всех по-разному, у меня так. А я видел парней, у которых очень много этого. Как это? А бывает, мне когда очень сухо. Мне было 28 лет, когда я узнала, что у парней есть смазка, естественно. Да, конечно. Окей. Но меня больше удивляет, что ты на самом деле говоришь про естественную смазку, но не говоришь про... Есть ли предохранение, если мы говорим про презерватив, там же есть смазка. Сказать тебе секрет. Давай. Ты не пользуешься. Нет. Я пользуюсь презервативами. Если, особенно сейчас, если я начинаю встречаться с мужчиной, во-первых, это уже ему нужно перепрыгнуть через огромное количество пунктов стандартных моих. И спустя, допустим, месяц-два, как мы общаемся, я понимаю, что окей, у нас есть связь, у нас есть химия, я готова с ним переспать. Я ему говорю, я предпочитаю секс без презерватива. Но единственное, как это возможно... Это если ты и я, мы сдаем анализы вместе, мы идем в клинику вместе. Или если у тебя есть уже свежие анализы, и мы показываем друг другу анализы, и мы соглашаемся, что мы только спим друг с другом без презерватива. Вот, то есть это опять же к тому, что... Об этом я никогда не говорила на подкасте. То есть это то, с чем я, знаешь, о чем буду говорить с подругами, но при этом подруги мои знают, что у меня секс раз в полгода. Подожди, ну я понимаю эту позицию, это классно. Но эта позиция классна, когда ты уверена в партнере. Как ты можешь быть уверена в партнере? Ну, сходили, вы сделали эти анализы. Если вы не живете вместе, если у вас нет общего быта и так далее, и вы не прям в партнерстве, то ведь
он может просто все время гулять налево и направо. Ну, пока что у тебя классную справочку, потому а завтра... Ну, об этом тоже важно говорить, что я уверена. То есть это, во-первых, я и говорю, что должно пройти не один месяц. Угу. Но тут уже дальше... Смотри, я еще ни одного партнера не встречала, который хотел бы секса столько же, сколько хочу я. Поэтому здесь ты я... Ты сексоголик, здесь смысле, у тебя повышенная сексуальная... Если либидо. У меня есть партнер, секс минимум 2 раза в день, и я хочу. Пока я не встретила такого мужчину... В теории все говорят... О, да я тебя буду трахать 3 раза в день, там, по 2 часа в день. Я так не говорю сразу, я говорю честно. Не часто, но хорошо. Когда у тебя был последний раз секс? Согласен. Про юриста. Я не считаю, что это был секс с согласием. Последний раз у тебя был секс без согласия? Вот эта история с юристом, когда я как раз на личи мартини, на 7-м личи мартини, он меня схватил за шею и говорит, моя грязная шлюха, у меня ударилось это в травму, и в итоге у нас был секс, но с согласием последний раз был хороший в декабре. А без согласия? 3 месяца назад где-то. А, так это вот только-только произошло. Ну, 3 месяца назад, да. А, ты еще в травме. А куда Не-не-не, я сразу проработала с психотерапевтом, пошла, сдала анализы. Мы сидим, ужинаем. Я... В ресторане. Да-да-да. Что с... вообще сразу... Там, опять же, красный флаг на красном флаге был. Он не подвинул мое сиденье. Там что-то было еще, я не помню что, но просто я чувствовала, что он какой-то очень влюбленный в себя... не сильно интересно, то есть я, знаешь, включила как раз интервьюера. Давай с самого начала, расскажи, где ты его встретила? Хиндж, приложение Хиндж. Окей. Юрист. Это очень опасно. Для русскоговорящей аудитории это тот же самый Тиндер, один в один, только мы теперь уже не вот так листаем, а вот так листаем. Ну, по сути, ну, такое более юмористическое... Хиндж себя позиционирует как приложение, которое ты удалишь скоро. Оно, да, как будто бы для отношений. Но я, да, с ним мэчусь, встречаюсь с ним, идем в ресторан японский, видишь, опасность. И как это? If you know, you know, у него 4 планеты в близнецах. Это охуеть как плохо. Он не ведет разговор. И я включила вот это. Подожди, как он выглядел? Сколько ему было лет? А с какой страны? 50, наверное, 49, где-то так. 49 лет. В костюмчике, юрист, да. Из американец. Темнокожий, да. Афроамериканец. Да, да. И я говорю, я просто включила очень рано вот этого интервьюера, даже не интервьюера, а я очень круто могу вести беседу, чтобы он себя чувствовал услышанным. Это моя детская травма, что я себя в детстве не чувствовала услышанной, увиденной, поэтому я охуенно создаю безопасное пространство для других людей, чтобы они раскрывались. Угу. И тут такой момент. Я спокойно говорю о сексе, и я знаю, что люди любят об этом говорить, и это всегда весело. И он в какой-то момент... Мы заговорили об отношениях, об идеальных отношениях, как мы видим, допустим, представляли сценарий, как мы пара и на вечеринке, и он говорит, что представь, что вот мы пара, и, допустим, вот секунда, когда никто нас не видит, и я беру тебя за горло и говорю, что ты моя грязная шлюха. И он физически берет меня за горло через стол и говорит, ты моя грязная шлюха. И я такая, с одной стороны, я думаю, ну, типа, да, если мы пара, это было бы горячо, но с другой стороны, я, блядь, этого человека впервые вижу, мы 45 минут как ужинаем, почему он схватил меня за горло? Видимо, какая-то случилась травма, когда раньше я действительно очень рано, спокойно на первом свидании могла сексом заниматься с человеком, потому что я думала, что так он меня полюбит, так он меня увидит. Поэтому я говорю, я очень уверена в своих скиллах, потому что очень рано я их вот развила как раз с, как будто бы с целью, чтобы человека, знаешь, удержать за счет секса. То есть тут был вот этот внутренний конфликт, что с одной стороны... А сейчас ты думаешь, что ты выросла уже, и для тебя 100%, это... 100%. Для тебя это просто уже начинается... Я что? Сейчас уже не могу ни с кем спать, если говорю, во-первых, мы не прошли там месяцы знакомства, просто до этого еще мало кто доходит. Спустя там месяцы, что я понимаю, что этот человек мне интересен, что такие же ценности и так далее. Прости, что я тебя перебиваю, просто обязательно мы продолжим эту историю. Я хотела об этом тоже поговорить и с тобой, и, может быть, с нашим зрителям будет это интересно. Но дело в том, что мне кажется, что у меня... Раньше я считал себя демисексуалом. Это человек, который не может заниматься любовью сразу же. Им нужно пройти какой-то определенный круг, им нужно общение несколько месяцев. И так несколько раз я позиционировал, в том числе при своей аудитории, и говорил о том, что я таким являюсь. Но оказывается, это качели. У меня был период, особенно когда началась война, когда у меня был стресс, мне нужна была защита, поддержка, я был в неизвестном государстве, конкретно в Индонезии. И у меня вот эта вот история с демисексуальностью обвалилась впервые.
И мне понадобился секс, и я был готов после первой встречи заниматься любовью, обниматься, быть с человеком сразу же. Потом у меня обратно это переключилось на то, что, блядь, это же пиздец полный, я не могу, мне нужно несколько... И, короче, оказывается, может быть, качелями. Не думаешь ли ты, что у тебя тоже какая-то такая ситуация? И вообще ты знал, что такое может быть? Я нет, я в ахуе вообще. Наверное, я поняла, о чем ты говоришь, когда ты на меня вопрос перекинул. Все, что я делала до, скажем, последних там, 6 месяцев, я делала искренне, но руководствовалась вот этой травмой детской, которая у меня была, что скорее там, полюби меня, увидь меня, и делала это через секс. Подожди, я хочу сказать, а ко мне при... У меня в этом, да, в пиджаке... Я так хочу раздеться, но, блядь, Смотри, я тоже очень хочу раздеться. Мы находимся у меня дома. Да. Что мы можем сделать? А, я могу снять этот потрясающий... Тебе тоже жарко? Кофта, пиздец, из дома. Мы в ЛА, здесь сейчас жара, лето началось. Мы можем что сделать? Я, во-первых, могу пойти переодеться, в следующий кадр будет я без одежды. Во-вторых, я могу что-то тебе выдать. Если сильно жарко, мы можем чем-то прикрыться полегче. У меня просто это боди, оно как бы прозрачное. Да, поэтому... И оно потрясающее. Оно потрясающее, но я думаю... Да, но спасибо. Что у тебя есть? Сейчас выясним. Ты, кстати, чувствуешь уже алкоголь? В смысле, в говно. Я абсолютно... А мы вообще хлопнули? Я даже не хлопнул. Глазами я хлопаю. Вот что я делаю. Пам-пам. Мы закончили с тобой на твоих ред-флагах. Мы на юристе закончили. И мы не закончили. Ты мне говорил, и то, что это для тебя еще свежая травма, я сказала нет, потому что я сразу сделала сессию с терапевтом. Если какая-то хуйня происходит травматичная, я сразу звоню терапевту, если она может срочно сессию со мной сделать, понять, что произошло. Сама травма-то это была именно то, что он начал, ты ушла? Не-не, травма была не это, а то, что у меня включилось вот это мое доказать ему, что я хорошая, доказать ему, что я классная через секс. А, в итоге ты с ним пошли домой и занялись любовью. Mm-hmm. Окей, сексом. Любовью, сори. В данном случае конкретно сексом. Страстной любовью, да. Сексом. И ты считаешь, что это было не с твоего согласия именно потому... Во-первых, я ему ни разу да не говорила. Если вербально, я ему только нет говорила. Но, опять же, при этом я легла в постель. То есть нужно еще понять... Вот тут вот это вот, как давай, раз... Вот эту тонкую вот грань это как раз сейчас тонкая, обсудим. Тонкая да. грань, что я на здравом своем рассудке начала пить эти мартини еще в ресторане. Нет, вообще не думаю, что я с ним куда-то пойду. Потом уже в конце свидания в ресторане я ему говорила... Там, о, второе свидание, давай где-нибудь, где менее шумно, чтобы мы могли поговорить. Он такой, а поехали ко мне на крышу. Я такая, ну, я не хочу с тобой ехать домой, я, во-первых, мне рано вставать, и я не хочу, это как бы, это сильно стирает границы. Он такой, ты поедешь со мной домой. Mm-hmm. Я говорю, окей, хорошо. То есть, вот, абсолютная фигня. Ну, вот тут вот этот момент, что я и не снимаю с себя ответственность, что я все равно под алкоголем шла туда, и я могла, наверное, да, найти вот эту силу, сказать нет и заказать себе такси уехать. Но под алкоголем тут уже вот эта расплывчатая линия, что ты, во-первых, не чувствуешь себя безопасно. Я себя не чувствовала безопасности. Я поэтому сделала сессию с терапевтом сразу, я говорю, что произошло? Типа, уж кто-кто, но я должна была сказать и уехать. Да. Но... Случилось, я говорю, она сказала что-то, что он вначале сделал или сказал, триггернуло вас вот эту травму старую, и я ни в коем случае говорю, я не перекладываю на него, он мудак полнейший, это факт, но на мне была ответственность понять, что произошло, что триггернуло, чтобы больше такого не происходило. Тебя удовлетворяет этот ответ? Нет, я все равно не понимаю, почему это не с твоего согласия до конца. Все, что он делал, это была одна сплошная манипуляция. Вот, например, я помню, он меня поцеловал через стол на свидании, там, типа, знаем друг друга 50 минут. Я сразу отодвинулась назад, что для меня это слишком быстро. Если все идет в моем темпе, целуемся, наверное, на 3-4 свидании. Он поцеловал, я так сделала, и он говорит, если ты еще раз отодвинешься, я тебя больше никогда не поцелую. И как бы здоровому человеку, ну, типа, да иди ты нахуй, хорошо. А у меня что-то включилось, что я поддалась на эту манипуляцию. Я такая, вот, сразу ты маленькая девочка, которая хочет доказать своему папочке, что ты меня любишь. Возможно, это уходит в отношения с моим отцом. В противовес этому хочу сказать, что в это же время я встречалась с парнем, который вообще на меня не давил. Он зеркалил мои действия. В плане, на первом свидании не было ничего, на втором свидании там я могла положить руку на бедро, он кладет руку на бедро. Там я могу что-то там как-то облокотиться, он это зеркалит. И только на третьем или четвертом свидании я его поцеловала, и он меня поцеловал. То есть было... И это было так классно. Вот я себя чувствовала женщиной, я себя чувствовала, что мужчина обо мне заботится, что я могу расслабиться. Смотри,
Женщины решают, когда будет секс. Женщина контролирует, случится секс или нет. Потому что в нас входят. Мне об этом никто не говорил никогда. У меня не было там, знаешь, здоровой семьи, когда я росла, или здорового вообще, здорового отношения, на которые я бы смотрела и, знаешь, училась по их примеру. Но что я хочу передать каждой девушке и женщине, что вы решаете, когда секс происходит, когда вы готовы в себя впустить этого человека. Выпьем за это. Нет! Напомню ред флаги. Это был главный. Просто в основном ред флаги, они случаются еще перед сексом. То есть, там, как ты общаешься с официантами, насколько ты галантен, открываешь ли ты дверь. Вот за для тебя это очень важно, эти моменты. Да. Для тебя самое главное, что парень был галантным, смотри, джентльменом и действительно показывал свое уважение к тебе максимально. Да. Смотри, я всю жизнь росла вот этой I don't need no man. И я, если хочешь, вот эта фраза, которую мне моя мама дала, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сама. И я всю свою жизнь все делала сама. Буквально там до у меня 30-килограммовых или 40-килограммовых чемодана, я их там, знаешь, эти переходы там, в Петербурге, в Москве, я их беру и такая, и несу, и там кто-то даже из мужчин подходит, говорит, вам поможешь, девушка? Я такая, нет, я сама справлюсь. И все в жизни я делала сама. То, что я там добилась успеха на Ютубе, везде, все я делала сама, и более того, я гордилась этим безумно, и, опять же, я безумно благодарна этой версии себя, что она меня донесла до сюда, но я больше не хочу этого делать. Я просто вкусила вот эти отношения, когда мужчина ведет, когда как танец, когда мужчина ведет и когда он забирает на себя оберегание тебя и заботу о тебе. Это не значит, что ты не должна уметь быть независимой. Это значит, что ты достаточно умная, чтобы знать, когда отдать это другому человеку. Я не отдаю ему, знаешь, свои права и свою независимость. Я отдаю ему возможность о себе позаботиться и поухаживать за собой. А скажи, пожалуйста, самый твой худший секс в жизни? Ну окей, уходим тогда в жесть. Ты готов? Да. Или ты хочешь какой-то задать легкий вопрос сначала, на который короткий ответ? Нет, давай в жесть. У меня был сексуальный опыт, о котором я слегка так рассказывала в подкасте, потому что об этом знают, ну, условно, 3 человека в моей жизни. 3-4 человека, самые мои близкие люди. И только, мне кажется, в этом состоянии я готова рассказать историю. Я познакомилась с парой. Опять же, здоровый человек не имел бы столько доверия к этой паре, но я тот период своей жизни доверяла, знаешь, знакомственному доверию. То есть, если это друг или знакомый хороший моего знакомого, о, ты, наверное, тебе можно доверять. Пара, которая свингеры, то есть для них это прям образ их жизни. Прости, пожалуйста, но так как я визуализатор, да, я очень прошу тебя, ты можешь дать чуть пара, больше деталей? Окей, им, наверное, типа, 40, условно говоря, ну, плюс-минус 40 им лет. Может быть, жена была помладше, меня изначально жена внешне привлекла. Мы познакомились на вечеринке вместе. И я к ним... Откуда они? Типа, они русскоговорящие, англичане, французы? Они это тоже важно для русскоговорящие, они не из России, насколько я знаю, живут в Америке. Угу. Мы познакомились, и мы пошли сначала на ужин. И самое смешное, я просто перед сексом никогда не ем. Мы пошли на ужин, и поэтому я думала, а, ну раз мы идем на ужин, у нас секса не будет. Мы пошли в китайский ресторан, а я очень люблю есть, я так люблю есть. Я съела все, что было в меню, и мы потом идем к ним, я думаю, о, идем на чай. И где-то через 20-30 минут она говорит, давай белье переоденемся, у меня есть что-то для тебя. Я говорю, давай, классно. Я переодеваюсь, смотрю, у них там всякие игрушки, есть плетки. И потом я переодеваюсь в какой-то красивый комплект. Потом муж говорит, о, давайте я вас сфотографирую. И я такая, да, конечно, давайте. И мы там сфотографировались. Буквально это была фотография, типа, вот так вот мы, знаешь, к стене обе прижались, типа, о, классные попы. И это было все пока что. Потом мы начали уже, там, он начал меня вылизывать, пока я еще была за барной стойкой. Потом все перешло в секс. Игрушки, бла-бла-бла-бла-бла. Спустя там какое-то время мы с мужем занимаемся анальным сексом, жена тоже где-то сзади. То есть, ты понимаешь, я где-то вот так лежу, у меня руки полностью, я полностью вытянута, задница кверху. Мы занимаемся анальным сексом, и вдруг ко мне прилетает телефон и говорит, о, скажи привет, имя знакомого. Я охуеваю, ну то есть, и вот прикинь, что было со мной в тот момент. Видеокружок в Телеграм или что? Нет, я не знаю, просто видео в телефоне. То есть, я уже глубоко, во-первых, я в процессе, я всегда очень, как в моменте, чем бы я ни занимала. Они плюс анальный секс, не всегда легко. И ко мне прилетает вдруг телефон, и мне говорит вот сейчас вот эта камера, скажи привет и имя человека.
И я такая, нет, 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 выключи, выключи, выключи. Я начинаю паниковать, и говорит, да все, о, все отправила. То есть она прямо во время секса отправляет видео вот этому нашему общему знакомому. И у меня включается вот этот режим. Я не в безопасном пространстве. Пиздец. Как получить безопасное пространство? Продолжить заниматься с ними сексом. И дальше я не помню ничего. Но на следующее утро, когда я проснулась, я решила... Я просто им написала. Я думала, что мне сейчас делать. Я знаю, что произошла какая-то жесть. И я пишу им... А пришлите мне, пожалуйста, все видео, которые у вас есть. Но я это так, знаешь, написала, что... О, пришлите мне, какие у вас еще видео есть. Просто чтобы получить от них весь материал. Какой пиздец. Они мне прислали... а-ля там 12 видео. То, что я даже и в порно не хочу видеть. И я об этом никогда никому не говорила, кроме своего психотерапевта и нескольких друзей, которые потом помогли мне найти юристов, чтобы с ними разбираться. То есть они делали видеосъемку, совершенно тебя не предупредив, непонятно, когда и в какой момент она может вылезти. Что ты предприняла? Ты написала им, что, ребята, какая-то херня, надо было предупредить. Что я предприняла? Я сразу написала другим тоже полузнакомым, написала, что мы можем сделать, как мы можем это удалить. И в итоге, да, мы написали, там, у нас два есть письма от юриста, которые, во-первых, NDA они должны были подписать, и документ, который говорил, что если когда-то это условно вылезет, они, ну, огромный штраф заплатят. Это уже, ну, в плане, это я уже, знаешь, позволила другим обо мне позаботиться. Здесь я уже просто вот... Подожди, то есть они подписали эти документы? Да, они подписали эти документы. А почему так? Зачем? Вы кайфуете, вам классно, вам хорошо. Зачем это все? Потому что для них это лайфстайл. Я тебе скажу, где я допустила ошибку просто по незнанию, по неопытности. Мы во время ужина болтали об этом, разумеется, и они мне показывали со своего телефона огромное количество видео, как они с другими парами трахаются, занимаются... Так это же огромный... Это самый большой red flag, типа... Так и понимаешь, тебе... я в моменте думала, о, класс, типа, это их лайфстайл. Я не думала о том, чтобы сказать... Класс, но... Так они тебе прямым текстом говорили, мы будем трахаться и записывать это прямо в начале, еще на ужине. Значит, я не была достаточно умной. Я говорю, я с себя не снимаю ответственность. Если бы мне такое показывали, я бы развернулся вообще и поперся. Я очень наивная. Я сейчас все равно наивная. Тогда я была еще более наивна, потому что я думала, ну, как такого пирожка можно обидеть? В общем, я хочу важную мысль сказать. Она связана немного с историей с Лизкой. Юлик, по сути, по словам твоим, изнасиловал тебя. Считаю, что если двое человека там выпили под наркотиками, что-то еще, это в любом случае изнасилование, потому что один человек хотел, второй не хотел. Опять же, я не знаю ничего про их историю, но то, что было до под принятия, ставьте здесь X, что угодно, чего мы не пропагандируем. Это было абсолютно здравое мое решение, и я хотела туда. Тот факт, что они начали снимать без моего согласия, это уже они мудаки. Теперь, перед тем, как я с любым человеком, неважно, с мужчиной встречаюсь, я с ним обговариваю все. Какие у тебя травмы сексуальные? Потому что, скажем, для женщин очень часто вот эта травма у них от именно удушья, потому что у них есть какая-то травма, связанная с насилием. Паническая атака может начаться. У меня есть список вопросов, которые я задаю своему партнеру, прежде чем мы вообще за ручки подержимся. Если я понимаю, что ты потенциально тот, с кем я захочу в постель, у меня есть у тебя список вопросов для нас обоих, чтобы понимать. И да, съемка неприемлема ни в каком ключе, потому что вот один раз уже там была, не по своему согласию, я и больше такого. Ты можешь мне сказать, что этот список, он у тебя где-то записан в голове, под это корочкой в телефоне? Причем изначально этот список родился из... У меня была встреча с доминатором, профессиональным доминатором, мужчиной. Я потенциально думала к нему присоединиться. У него отношения, это называется ethically non-monogamous отношения, когда вы этично не моногамны. Я знаю, что сейчас очень актуально. По сути, открытые отношения. Да, это по сути то же самое. Просто... Мне это не подходит. Изначально этот список вопросов ко мне пришел как к потенциальному сабмиссиву, входящему в отношения. А потом я его адаптировала под... Под всех. От чего ты обычно кончаешь? Что ты хочешь попробовать со мной, что ты никогда не пробовал до этого? Какие у тебя есть эмоциональные и физические блоки, когда дело касается секса? Какие сценарии тебя возбуждают? Но я изначально неправильно прочитала, и я прочитала это как не scene. Оригинальный вопрос звучит What kinds of scenes turn you on? Я прочитала это как senses. И senses мне с точки зрения ванильного секса нравится намного больше. Ванильный секс — это, по сути, все, что не BDSM.
BDSM — это ролевые игры, это игры динамики. Ванильный секс — это где этого нет. Одна вещь, которую нужно знать про BDSM. В BDSM ключевое правило — это уважение и границы. Вот чего многие не знают, видимо, или это какой-то стереотип. И у меня просто было несколько профессиональных сессий с доминатором и с доминатрикс, или доминант, правильно, мужчина, в общем, и мужчина, и женщина. Прежде чем что-то у вас происходит, у вас огромный список того, что можно и нельзя делать. Это супер уважительное пространство. Так вот, прочитала как senses, а не scenes. Scenes — это сцены, скажем, в ресторане вам хочется или в машине хочется. А senses — это что тебя возбуждает с точки зрения зрения, слуха, вкуса. И я помню с парнем предыдущим, которым я встречалась, у нас было просто целое свидание, мы только об этом говорили. Мы три чувства только успели сказать, и пришлось прощаться. Например, я ему говорила, меня возбуждает звук, как я делаю тебе минет. Он просто упал с этого. И вот об этом вы можете с партнером говорить, что тебя возбуждает. И это просто не нужно. Какие качества убивают в тебе интерес к человеку? Какие у тебя физические лимиты? Какие у тебя эмоциональные лимиты? Физические лимиты, сколько по времени или что? Как тебе отвечать, я так отвечаешь. Я сказала, что я не умею на шпагат садиться. Подожди, но ты эти вопросы потом под себя... То, что я тебе даю сейчас, это то, что я уже плюс-минус под себя подстроила. А, ты их под себя, и теперь ты их всегда задаешь своим партнерам, да. Именно сексуальным. Самый важный вопрос. Какие у тебя есть травмы и триггеры, о которых мне нужно знать? И здесь часто включается, здесь, во-первых, я всегда говорю, никакой съемки никогда. Если это не мой муж, никакой съемки, ни фото, ни видео я не приму. И травмы часто, говорю, у девушек это удушение. Но при этом это нормально, когда случается такая же хуйня, как со мной, произошло что-то отвратительное, но вы понимаете, что встали анализ, все хорошо, проработали эту травму, вы выучили этот урок, и теперь вы знаете свой триггер. То есть я хочу, чтобы девушки, вот как, знаете, мне когда-то давно мама сказала, что даже если ты забеременеешь 16 лет, знала бы она, что в 22 только первый секс у меня будет, но она сказала, если что-то произойдет и ты забеременеешь или что угодно, идешь ко мне. То же самое у меня здесь, что мне девушкам важно сказать, что сразу идите к врачу, сразу идите к человеку, которому доверяете, чтобы вы могли решить главная ваша проблема на данный момент. Давай сделаем новую версию коктейля альтернативную, которую я тебе обещал. Он был идеально. Ну ладно, я готова. Если что, мы вернемся обратно к нему. Хорошо, не нет, я хочу все, что увидеть. Прежде чем... Я думаю, у тебя просто тоже руки высохли. Ты не хочешь немного масла? Это мое любимое масло. Давай. В общем, сейчас мы делаем альтернативную версию коктейля личи-мартини, который я нашел в интернете. И мне показалась она интересной. Посмотрим, и мы сейчас. Я уже сейчас за кадром добавил 180 миллилитров водки. Сейчас в игру вмешивается Гран Марньер. Это ликер французский, начало 19 века его делают. Получается 30 миллилитров Гран Марньер и 45 миллилитров сиропа личи. Окей, пробуем. За все еще самый лучший выпуск, который ты когда-либо делал. Кстати, красный флаг для меня мужчин на свиданиях, если они не смотрят в глаза, когда мы пьем алкоголь, когда мы, допустим, сделали cheers, и потом они такие... А в это время я такая... Мы можем вылить его, если тебе не нравится. Потому что искренне мне тоже не нравится. А. Выливай. Нет, я его допью, я тебе сделаю другой. Ну да, это не, я не чувствую ничего. Это пиздец. Самое пьяное интервью это с Виджеем Чаком. Итак, ребята, Петя бьет первую татуировку в своей жизни. Петя, Лепа, Петя, помогите! Мы там сделали мою первую татуировку. Теперь на шоу? Много. Да, конечно. ПЛВ меня на следующем шоу мы друг другу делаем татуировки. Для меня слово очень важно значит, да? Хорошо, но я не умею это делать. Все, меня научат. Ты думаешь, мы наймем мастера, который нет, научит мы, нас нет, и мы... друг другу сделаем. Да, да. Окей, согл. Хорошо, ладно, давай. Давай догоняй. Да, я догоняю, я сейчас, я просто не успеваю. Но ты можешь это понять, ты как бы ведешь, ты профессионал здесь, у тебя больше ответственности. Получается, что тебе... Когда это было? Когда я была в Киеве, жила, что же это было? 20-21, наверное, год, октябрь. У меня секса на тот момент не было месяцев 8, и у меня секса, в принципе, не было до сих пор ни с русским, ни с украинцем. И, соответственно, когда я была на территории этих государств,
В смысле, никогда в жизни в твоей истории не было никогда ни одного русскоговорящего парня? Zero. Или девушки? А с девушкой было, кстати, было, что существует. Это будет мой следующий вопрос, кстати, про бисексуальность твою. Продолжи, пожалуйста, твою мысль. С парнем был на территории России, когда он в турне приезжал в Москву. Но это ты меня должен еще напоить коктейлями шестью, чтобы я сказала, кто это. Но не нужно. Хотя... Если вы хотите второй выпуск с Мариной Васа. Парень из Лондона, его имя. Что это за... Это известный парень. Очень? Скажем так, я сделала его более известным. Ты сделала его более известным? Да. Я сейчас все карты выложу. Интересно так. В общем, пожалуйста, если вам реально понравится этот... Я так хочу второй, молю. И если вы хотите узнать еще более, больше подробностей, вы там как-нибудь голосуйте. В общем, я нашел идеальную, абсолютно идеальную формулу идеального мартини личи. Интуитивно причем. Да, знаю сразу же и сразу же предупредил, что есть классика, но мне не нравится, и мы будем делать так, как я хочу, и оно так и сработало. Мы добавляем 120 миллилитров водочки. Мы так и подпишем. Идеальный личи мартини. Не по версии Марии и Петра, а это так. В смысле, по версии Марии и Петра, ну, что означает самая главная версия? Да, абсолютно номер один. 120 миллилитров водки, на двоих сейчас говорю, 15 миллилитров сухого вермута, 90 миллилитров сиропа личи. Хотелось бы сказать вопрос, но я подумал, что я сейчас не в кадре, поэтому говорить его не буду. Ты можешь говорить, я буду открывать рот идентично. Хорошо. Ты бисексуальная, правильно я понимаю? Да. Расскажи, пожалуйста. Ну, открывай рот-то, господи. Что меня... За меня, я не в кадре почти. Что? Это теперь ты, я, да. Скажи, что тебя привлекает в мужчинах, а что привлекает в женщинах? Я завалилась, что это работа. Что меня привлекает в мужчинах, что в женщинах? Смотри, когда с женщинами есть мужская энергия и женская энергия. С женщинами я абсолютно в более мужской позиции, что мне хочется заботиться о женщинах. Я обожаю женщин. Один из моих ярких примеров... Оля, привет! Это не был мой первый сексуальный опыт с женщиной, но это был первый опыт, когда я реально себя почувствовала мужчиной. Я ее привезла из другого города. Я своей ассистентке сказала, вот есть девочка, привези ее, купи ей билеты, вот ее паспорт, привези ее ко мне, она будет жить со мной в отеле. Она жила со мной в отеле, и я о ней заботилась. Вот я себя почувствовала реально мужиком, который, правда, буквально мужиком, потому что были вечера, когда я приходила с работы настолько усталой, что говорила, что, типа... Почему не готова? Нет, это был отель. Нет, я был отель, поэтому я такая, я спать. И буду рано завтра вставать. Но с мужчинами я ровная противоположность. Но тебе нравятся именно эти роли? Тебе нравится роль... С мужчиной, тебе нравятся именно мускулинные, взрослые мужчины. Mm-hmm. И тебе нравятся, видимо, молодые, легкие, очень феминные девчонки, правильно я понимаю? Да, но сейчас я, вот говоря об идеальных отношениях, для меня идеальные отношения с моим мужчиной — это как бы, определение, давайте, какое хотите, моногамные, то есть мы друг с другом, но я иногда переношу какую-то девочку. То есть я ее выбираю. Не-не, нам... Мне нравится, я люблю такое, типа, ты, пожалуйста, письку свою закрой, а я привезу. Не-не-не, втроем. Потому что я наслажусь. У меня есть любимые позы, когда это именно секс втроем. Я мужчина и девушка. Ты представляешь себя в отношениях с девочкой? Постоянно уже нет. Именно... Почему? Наверное, я не хочу говорить никогда, не говори никогда, потому что, наверное, у меня еще не было вот этого... опыта, в котором я себя почувствовала спокойно. Смотри, в любом опыте, неважно, отношения, работа, прогулка по пляжу, я ищу спокойствие. Я всегда ориентируюсь на вот это душевное спокойствие, что как тетрис. Мне кажется, знаешь, мы многие слепые, потому что мы не выучили урок из детства, что тетрис, вот чего нам нужно искать. Вот это... Я вот этого ищу во всем. И когда... А правильно ли я понимаю, что для тебя отношения с мужчиной более спокойные, чем отношения с девушкой? Чаще всего, да. Просто потому... А теперь на мой... Просто потому, что очень часто девушки, которые меня привлекают, они тоже ультраженственные, они такие... А иногда мне такой хочется побыть. Да, и когда они красивые, они явно неспокойные.
абсолютно моя история. Меня спрашивают, почему я бисексуален. Потому что я представляю свои отношения, первый раз, блядь, эксклюзивы, блядь, на «Петя любит выпить», только с парнем. Ага. Потому что отношения с парнем спокойные. Они спокойные. Ну, нет истерик, нет драмы. А девочки, которые мне нравятся, они всегда красивые и модельные, они всегда секс. А если ты с ней живешь, то это 24/7 драма. Смотри. Абсолютно тебя... И это так интересно. Смотри, когда я впервые себя почувствовала женственной, в 27 я сделала первую айуаску. До этого, считай, 27 лет жизни я была вот супер мужественной. Я мыслила как мужик, потому что я никогда не понимала намеков, принимала все за чистую монету. В плане, ты что-то сказал, я так это приняла. Если ты мне скажешь что-то сделать, я сделаю. Но как бы намекать, умоляю, не надо, я не пойму. Ни со злости, ни с какого-то там плохого умысла. Я просто не пойму, потому что я понимаю все напрямую. И поэтому я всегда дружила с мужчинами лучше. В моем окружении было большое количество мужчин, потому что я сама была мужиком. И тоже, мне кажется, возможно, поэтому классно у меня были отношения с женщинами, потому что я была мужиком с женщинами. Ну, в смысле, в мужской своей энергии. В плане, я добивалась. Но ты, в общем, с девочкой, ты все равно себе не можешь представить надолго. Не, я могу. Я не знаю. Я никогда, вот уж что я точно никогда не делаю, это никогда не говорю никогда. Смотри, я уже в таком состоянии, что я, вот все, что происходит, все происходит так, как должно быть. Я себя вижу с мужчиной, я говорю, мои идеальные отношения, и я уверена, так оно и будет. Мужчина, который позволяет мне быть вот этой женщиной, свободной, расслабленной. И давайте будем говорить откровенно, для любого гетеросексуального мужчины это фантазия, чтобы его женщина еще и любила трахаться с женщинами, и она приводила... горячих женщин в постель. Я сейчас, если нас мужики смотрят, они вообще в шоке, они просто... Да, поэтому я такая, знаешь, немножко подзакрыла лавочку, пока я не найду мужчину, который поймет всю ценность этого. Потому что я очень сейчас часто общаюсь с парами, свингерами, с парами, которые в открытых отношениях. Я вижу, что женщины, они не бисексуальные, они впускают другую женщину в пару просто, чтобы удержать мужика. А в это время я... У меня в глазах, когда я вижу горячую женщину, я такая... Окей. Вот в этом плане Лос-Анджелес, знаешь, когда мне говорят, в Лос-Анджелесе так много женщин горячих, почему они одиноки? Одно предложение с ними проведите, вы поймете, почему они одиноки. Мозг. Мозг, что хочется ебать. Ну, и все остальное тоже, но вместе это в первую очередь мозг. Петя, я с тобой только что... Ну, познакомилась сколько? 2:13 назад. Я очень надеюсь... что все, о чем ты мечтаешь, и продюсер... Я думаю, ты скажешь, что все, что мы говорили, останется между нами. Тихо, я не могу смеяться, разольется. Да, прости, ничего страшного. Я сам лично мою, я помою. Дело не в этом, дело в том, что это могло быть во мне сейчас, расход продукта. Дело... Что ты о тебе думаешь? Тихо, пожалуйста! В общем, ты все сделаешь, ты все сделаешь. Нет, а какой был тост? Тост. Я уверена, у тебя все получится. Я очень хочу тебя видеть успешным. И... Блиновская, ты ли это? Блиновская? А, кстати говоря, можем об этом тоже поговорить. Не, подожди, много о чем можем поговорить, мы еще не ошли от моих вопросов. В общем, я уверена, ты не случайно пришел в мою жизнь, и я не случайно согласилась. У меня, я говорю, когда ты... После седьмого коктейля. А кто мне... Это классическая история. Мы поговорили про бисексуальность, поняли, что возможно все. Я бы хотел с тобой... В смысле? Обожаю это. Петя любит выпить, старый, вернулся, наконец-то. Скажи, пожалуйста, я сейчас сижу здесь в разных приложениях. А-ля Tinder, Hinge, Grindr, вот это вся пиздобратья. И я периодически удаляю, работаю. Главное приложение это Instagram. Ноль. Ребята, ноль. Это к вам претензия. Там, да, там у меня прямо, ну, армия. Где вы? Зачем? Почему вы не пишете в Инстаграме? Где фотографии? Ну, смотри, это тебе мой... в Инстаграме пишут. А потому что ты про секс говоришь. Подожди. А может быть я сексуально... Ну, причем типа, сексуально здесь выгляжу? Кто мне пишет? Кто мне пишет, мне часто не интересно. Что делаю я? Но тут такое, знаешь, как бы двухсторонний кинжал, что я говорю, что мой способ, если мне кто-то нравится, я его выставляю к себе в сторис. Соответственно, у него есть... Oh, Marina Vassad mentioned you. Давайте посмотрим, и он так себе выставляет в сторис, соответственно, у нас открывается переписка в Инстаграме, соответственно, бум, вот уже переписка начинается, понимаешь? Ты еще все еще со мной?
Ясь. Но, к сожалению, теперь любого музыканта, которого я выставляю, любого спортсмена, любого человека, которого я выставляю, мне сразу пишут в сторис люди: «О, все понятно, что ты делаешь». То есть теперь я не могу выиграть. Теперь вы тоже понимаете, что я делаю. Поэтому у меня грешки. Но при этом они часто правы. Даже когда я отрицаю это. В общем, вопрос такой. Про Мари. Это, кстати, классная тема. Меня по паспорту зовут Мария. Но моя мама, она до того, как я еще родилась, она знала, что у нее будет дочь, которую будет звать Машенька. И она меня назвала поэтому Марией. Но я не шучу, с детства я каждые примерно полгода-год меняла свое имя. В какой-то год, я помню, в детском саду я говорила: «Теперь меня зовут Машенька Мария». И каждый человек, который со мной встречался, должен был меня называть как Машенька Мэри. Мама подтвердит. И в 13 лет я узнала о... Я очень интересовалась тогда историей. Я узнала о таком историческом персонаже, как Мария Антуанетта. И я о ней слушала и думала: «Йоу, она охуенная». Она творила все, что ей только хотелось. И я думала: молодец. И потом ей отрубили голову, и я говорю: теперь меня зовут Мария. Тамара Эйдельман сделала потрясающее видео. Я историк-международник, обожаю все эти вот видео, история, смотрю постоянно, регулярно. Главное, чему ее не научили, это умение концентрироваться, работать много. Вот этим никто не занимался. И это будет, конечно, ей очень сильно мешать. Я влюбилась в ее персонажа, и я говорю: Мария, Мария, очень похожа. Это интерпретация имени на французском языке, и с тех пор меня все, кроме моей мамы, называют Марией. И, соответственно, с 13 лет, потому что это частый вопрос, который до сих пор получаю: как тебя называют, Мария и Маша? Как хотите, но все, кроме моей мамы, называют меня Марией. Как тебе нравится? Мария мне очень нравится. Но обычно мой брат говорит: «Эй, ты». История у нас такая, я могу сейчас дальше нашу пьяную хуйню... Я не пьяная. Я могу нашу пьяную... Смотри, если ты мне сейчас дашь... Не нравится, это первая стадия девочки. Я не пьяная, это первая стадия любой девочки. Первая это... Давай откроем любую математическую задачу в интернете и решим ее. Я вообще на изи. Ты давай, что? Давай. Я под любым состоянием. Все, стоп интервью, решаем, давай. Hey Siri. Give me... Hey Siri. Give me a 7th grade math problem. У меня, ребята, у меня первая страница интервью. Их, блядь. Ну вот так вот. Мне нравится. Кстати говоря, red flag, на свиданиях я сижу всегда вот так. Ну в плане не буквально, но я ненавижу сидеть напротив на свиданиях. Потому что мне важно вот так. Для меня даже на первое свидание, может быть, это я просто, жизнь меня пометала. Пометал — это не настоящее слово, но теперь настоящее. Я читаю человека по большей части до того, как с ним встречусь. И если я даже на первом свидании согласилась, значит, что что-то здесь будет. Сейчас должна быть плашка. Количество коктейлей выпитых. Сколько? Типа там до хера, не знаю. 8, 9, 10. До хера. Мы выпили литровую бутылку водки, блядь. Недостаточно. А она закончилась? У нас закончились коктейли? Нет, я, конечно, тебе все сделаю, безусловно. Ты же вообще училась сначала на... На что я только не училась, да. Да, ты же перепрыгивала. Расскажи. Я училась. Тебе со школы начинать или с университета? По профессии со школы, давай. Знаешь, я со школы, окей. До 7 класса я училась в 504 школе в Санкт-Петербурге. Это школа с углубленным изучением английского языка. Но мое углубленное изучение английского языка началось с секса в большом городе и с друзей. Потому что я увидела эти сериалы в 5 лет. Особенно «Секс в большом городе». Моя мама приходила с подружками, а я, пока мама думала, что я спала, я смотрела сериал с ней «Секс в большом городе». Теперь я понял. Знаете, я сейчас сосед Марии Новосад. И знаете, кем она будет в моей жизни теперь? Моей Сарой Джессикой Паркер. Завидуйте. Слушай, сама. Это же прикольно. Ну нет. Ну, Сара Джессика Паркер, она рассказчица об этом. Okay. Она это все проходила. А нет? Можно я буду твоей Мариной Васан? Да. Да, и поэтому я в нескольких классах училась, и английский всегда был моим самым любимым предметом. Что ты уже? Ты не стесняйся. Что ты как в гостях?
Это пиздец, короче, товарищи! Смотри, 504-я школа — это все мило, это все классно, это хорошая школа районная, но в 7 классе моя мама очень захотела, чтобы я поступила в 239-й физмат-лицей в Санкт-Петербурге. Это одна из самых сложных школ в России. Это физика, математический. И я повторю, физика, математический лицей. Все еще снимается? Да. Хорошо. Лицей в России. Оттуда выходили все там Гуглы, Яндексы, Яху. Там очень умные люди. Я туда поступила исключительно за счет своего характера в плане... Ну, если я за что-то взялась, я доведу это до конца. Я гуманитарий от пяточки до макушки. Но если ты мне даешь задание, и я, как это, в своем духе это чувство, я доведу это до конца. И я таки поступила. Это лицей, который, по крайней мере, в моем, в год, когда я поступала, туда невозможно поступить за деньги. Ты можешь им кидать, как стриптизерши в Майами, любые деньги, ты туда не поступишь. Ты... Смотри, знаешь, у меня какая идея? Это охуенно все, что происходит сейчас. Ну, на... Как тебе коктейль? Ты что-то изменил. Там только водка. Я чувствую. Я понимаю. Ребят, смотрите, мы нажрались... Короче, ребят, дело в том, что мы нажрались. Было так интересно. Мы первый раз познакомились с Мари. Но такое впечатление, что не последнее однозначно. Идея такая. Вы сейчас срочно, прямо сейчас же, ставите лайк, пишите комментарий. Мари Новосад, молю, вернись на канал «Петер любит». Ну, я не знаю, что, да пишите что угодно, чтобы там было Мари, и она здесь. И мы записываем еще 2-3 выпуска. 2.5, да. Но если даже комментарий «Марии больше никогда не приглашай», они тоже считаются как... Здесь сделан не свой мартини. Это водка. Да. Это чисто водка? Ну. Отлично. Можно я продолжу говорить? А то ты меня перебил. Мы заканчиваем выпуск. Время. В смысле? Нет, ты можешь... Пишите комментарии, просто пишите. Давай хотя бы еще на один вопрос я как-то отвечу, но... Ты такой, даешь вот эти хлебные крошки, и девушки к тебе такие, ну еще, еще. И ты такой, ага, увидимся в следующем выпуске. Мне кажется, надо стопить. У меня...